Знаете, у нас был в гостях, на вашем месте сидел Николай Максимович Чискоридзе, и мы спросили у него, возможно ли восстановление отношений между Грузией и Россией. Он сказал, что этого не будет никогда. Вы считаете, возможно восстановление отношений между Чехией и Россией? Да, конечно. Никогда нет такого слова в жизни. Такого слова, это слово для тех, если кто хочет, и кому интересен мой совет или мнение, выбросьте это слово из своей жизни. Вы ничего не добьетесь в своей жизни, если вы будете это слово... То есть вы считаете, что возможно? Да, конечно, возможно. Абсолютно возможно. Это меняется, взаимоотношения меняются, меняются ситуации, политические системы меняются, союзники меняются. Ну, все что угодно может быть. Такого понятия в жизни, на мой взгляд, единственное... Главное, что ты можешь из жизни вынести, это что в жизни может совершиться все, и это будет совершенно неожиданно.